Смысл в том, да, сначала растирание вот этой мышцы, да, от центра к периферии мы делаем. И теперь в голове мы все снизу, ой, сверху вниз гоним. Уперлись вот в эти точечки, с ключицей, если соединяются, да, пальцами. И мясо-то двигаем теперь от вот этих косточек, получается, рисуем крылья Купидона, вот такие. Натянули все на себя, вот так вот, да, кожу. И руки превратились в кулак. И видите, канделябр рисуем. То есть вот у него основание, мы растянули вот так кулаками в стороны, да, в косточки вот уперлись. Обошли вот эти лопатки вот так, оп, обошли. И наши кулаки развернулись вот так. Мы по вертебральной мышце, получается, рисуем вот так вот по ним четыре этих подсвечника. Вот это вот все как бы юридический канделябр из трех частей, да? Все заканчиваются по-разному. Вот уперлись сюда, и вот зеленым цветом показаны кости у нас, да? Тазовые кости мы подтолкали по очереди, декомпрессируя вот, вот этой точки. То есть тут все мы толкаем вверх. Потом бронетранспортер спустился с горочки. Вот все то же самое. Растянули, уперлись в остис отростки. Прошли уголки лопаток, чтобы не было больно. Развернули руки так. И теперь вот так вот кулаками вот так работаем, работаем. Уперлись в тазовые кости и как отбойный молоток протолкали их туда, вниз. Потом минора. Зажгли свечи. Минора, она должна быть, ну, где-то из 7 вот, подсвечников, да? Где-то из 9. 9 это, по идее, 9 сефирот. Это 9 чакр, ну, еврейских. Или вот по-христиански я говорил 9 чакр, вот у меня, которые плюс еще плечевые чакры, да? Имеется в виду, поэтому на них зажигаются огоньки. Вот мы 9-ю недостающую подсвечник, недостающую рисуем большими пальцами. Вокруг позвонков вот так вот, да? Упираемся и зажигаем свечи, вот тут зажгли. Вот рисунок этой миноры. И сразу же руки остаются там, и мы диагонально растягиваем человека. Упор, естественно, вот в ось подвздошной кости, да, идет. А тут вот в эту ось. Вот туда по диагонали растягиваем. Ну и наоборот. И сюда тянем, здесь туда. Вот такую картину мы нарисовали на человеке, теперь нам надо ее стереть. И мы руками художника плавно все это тело снимаем. И снимаем его энергетику, выкидывая наружу, с локтей туда скидываем. Вот, теперь давайте все это отрабатывать. На тебе будем продолжать, да, следующий сет? Чуть на нем-то. Там у нас 4 сета будет. 4 сета, на тебе сразу, да? А мы не будем повторять вот это? Давайте закончим. Нет, это он должен тебе повторить. Закончить. Да, на мне повторить, конечно. А потом я тебе сделаю сцену, потом ты примешь стола, это как на мне делать. Так что давай, я продолжу кайфовать. Нет, подожди, а потом я перерисовываю же рисунок второго с ним буду. Все будет рисунок второго сета. Чтоб ты запомнил, давай на тебе. Поехали. Да, можно.